Apresentação assim, outra, deixa aqui, não. Bom, Quem sei que é minha apresentação, corsa de peça. Здравствуйте, мои дорогие студенты! Сегодня мы проведем лекцию на тему специальной стали. Как вы знаете с предыдущей лекции, эта лекция является продолжением специальных сталей. Что же входит в план этой лекции? В этой лекции входят жаростойкие жаропрочные стали, коррозионно-стойкие стали, коррозионно-стойкие сплавы на железо-никелевой основе. Тема очень интересная. Я вас предупреждала, что дальше пойдут только интересные темы. Завершим нашу лекцию видеофильмом, посвященным коррозионным стойким сталям в производстве. То есть увидим, как это проводят на заводе. Приступаем к лекции. Значит, первое. Жаростойкие стали. Какие же стали называются жаростойкими? Жаростойкими называются стали, которые прочные и устойчивые, вернее, газовой коррозии при высоких температурах, выше 550 градусов. Такие стали называются жаростойкими. Жаростойкость достигается введением в сталь специально таких элементов, как хром, алюминий, также кремний, то есть тех элементов, которые в твердом растворе образуют в процессе нагрева образуют защитные пленки оксидов, например, ферм-2О3, хром-2О3 и так далее. Эти стали используются, жаростойкие стали, для изготовления различного рода высокотемпературных установок, деталей печей, газовых турбин. Для этих целей применяют жаростойкие ферритные стали, ну, например, 12Х13. Химический состав какой будет, господа, 12Х13? 0,12% углерода, 13-17% хрома. 15Х25Т, значит, 0,15% углерода, 25% хрома, 1% титана. Это ферритного класса. Теперь аустенитные такие, например, 20Х23, Н13 и так далее. Дальше. Жаропрочные стали. Жаропрочными называют стали, способные работать под напряжением при высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом достаточной жаростойкостью. Жаропрочные материалы используют для изготовления деталей, работающих при высоких температурах, когда имеет явление ползучести. Значит, повышение температуры влияет на все механические свойства. Понижает модуль упругости вследствие уменьшения межатомных сил сцепления, предел текучести и временное сопротивление. Сопротивление металла ползучести и разрушению в области высоких температур при длительном действии нагрузки называют жаропрочностью. Чаще жаропрочность характеризуется условным пределом ползучести и пределом длительной прочности. Под условным пределом ползучести понимает напряжение, которое вызывает за установленное время испытания при данной температуре заданное удлинение образца или заданную скорость деформации. Это как раз явление ползучести. Развитие ползучести может в конечном счете привести к разрушению металла. Сопротивление металла ползучести и разрушение в области высоких температур при длительном действии нагрузки называют жаропрочностью. Я уже об этом вам говорила.
чаще предел, еще раз повторяю, жаропрочность характеризуется условным пределом ползучести и пределом длительной прочности. В качестве современных жаропрочных материалов можно отметить перлитные, мартенситные, аустенитные жаропрочные стали, никелевые, кобальтовые жаропрочные сплавы, а также тугоплавкие материалы. Так. Для работы в интервале температур 350-500 градусов примеряют легированные стали перлитного, ферритного и мартенситного класса. Эти стали используются для изготовления котельных агрегатов, паровых турбин, двигателей внутреннего сгорания. Стали содержат мало углерода, легированы они хромом, молибденом, ванадием для повышения температуры рекристаллизации. Ну, например, какие марки мы можем сказать? Это 12H1MF, то есть 0,12% углерода, 1% хрома, 1% молибдена, 1% ванадия. Я до этого вам говорила, что жаропрочные обычно легируют этими элементами. В основном это молибден, это хром, это ванадий, это кобальт. 20H3MF, здесь значит 0,2% углерода, 3% хрома, 1% молибдена и 1% ванадия. Эти стали используются в закаленном и высокоотпущенном состоянии. Иногда закалку заменяет нормализация. Дальше. Перлитная сталь обладает удовлетворительной сваримостью и используется для сварных конструкций. Ну, например, трубы паронагревателей из них получают. А вот для деталей газовых турбин применяют более сложно легированные стали. Это стали мартенситного класса. Например, 12H2MSR. Вот я говорю марки, да, а вы уже про себя читаете химический состав этих марок без меня, там вот вы сидите, меня слушаете, и без меня читаете марки этих стали. Ну, химический состав какой будет? 0,12% углерода, 2% хрома, 1% молибдена, 1% ванадия, 1% кремния и 1% меди. Так, дальше. Увеличение содержания хрома повышает жаростойкость стали, хром, вольфрам, молибден, ванадий повышает температуру рекристаллизации, которая образует карбиды, повышающие прочность после термической обработки. Термическая обработка состоит от закалки выше температуры 1000 градусов. Значит, закалку проводят в масле или на воздухе и высокий отпуск при температурах выше температуры эксплуатации. Так, вот как такая термическая обработка? Прям по пути вспомним, как называется такая термообработка. Закалка при высокой температуре и при высокой температуре отпуск. Как называется, Шухрат, как называется? Амаль, как называется такая термообработка? Кто скажет, как называется закалка плюс высокий отпуск? Термообработка. Господа, вы что? Хурамбек? Руслан? Это мои отличники. Я слушаю вас. Шухрат Абдушукуров, надежда и опора моя. Я не помню. Так, закалка плюс высокий отпуск. Как называется такая термообработка? Мы по пути должны вспоминать предыдущие лекции, господа. Шухрат? Чего моя опора молчит? Такая термообработка называется как? Термоулучшением. Получается, какие свойства? Улучшенные, максимально причем улучшенные свойства стали. Сочетание здесь и твердость, и прочность, а также пластичность, вязкость стали. Господа, это самое, повторяйте. Предыдущие лекции надо повторять и заходить на следующую лекцию. А так вы все забудете.
Ну ладно, в этот раз прощаю. Следующие вопросы готовьте. Так, следующее. Для изготовления жаропрочных деталей, которые не требуют сварки, например, клапаны двигателей внутреннего сгорания в автомобилях, применяются хромокремнистые стали. Это какие стали? 40Х10С2М, 40Х9С2. Так, значит, Шухрат, как будет химический состав 40Х10С2М? Химический состав этой стали? Амаль, Хурамбек, вот я вижу, вы зашли. 40Х10С2М. Есть кому ответить? Ой, что-то мне плохо сейчас стало даже. Так, такие стали называются сильхромами. Сама скажу химический состав. Значит, первая цифра – это содержание углерода в сотых долях процента. Правильно? Значит, надо что делать? 40 разделить на 100. Сколько получится? Ну, мои господа. 0,4% углерода, да, Шухрат? Дальше. 10% хрома. Правильно? Да хоть говорите правильно. Так, С это кремний, да? 2%. Хурамбек, С это кремний 2% и 1% молибдена. Это сильхром для клапанов двигателей внутреннего сгорания. Значит, 40Х9С2, 0,4% углерода, 9% хрома, 2% кремния. Я вам сказала, хрома – кремнистые стали. При рабочих температурах 500-700 градусов применяются стали аустенитного класса. Эти стали из этих сталей, вернее, изготавливают клапаны двигателя, лопатки газовых турбин, сопловые аппараты реактивных двигателей и так далее. Значит, основными жаропрочными аустенитными сталями являются хромоникелевые стали, дополнительно легированные вольфрамом, молибденом, ванадием. Они содержат до 15-20% хрома, до 10-20% никеля, обладают жаропрочностью и жаростойкостью. А эти стали пластичны, хорошо свариваются, но обработка резанием затруднена и давлением тоже, потому что они охрупчиваются в интервале температур 600 градусов. По структуре эти стали подразделяются на две группы. По структуре эти стали подразделяются на три группы. Это аустенитные классы с гомогенной структурой. Что значит гомогенная структура? Гомо, гетеро, кто скажет? Это известные истины, господа. Гомо, гетеро. Так, то есть с одинаковой структурой, гетеро, различные структуры. Эти вещи надо знать. Это 17Х18Н9. Шухрат, как будет химический состав 17Х18Н9? Как будет? Можете повторить? 17Х18Н9. Химический состав. Значит, лигирующие элементы берут целые цифры. Первое число делим на 100. 17 на 100 сколько будет? Шухрат? 0,17. 0,17. Дальше хрома 18. Значит, сколько будет? Ну, 0,18. Нет, нет. Целые цифры берут. Целые. Значит, 18% хрома, да? 18% хрома, 9% никеля, да? Это же аустенитные. Вспомните, я вам говорила, на три группы делятся. Перлитные, мартенситные, аустенитные. Значит, перлитный класс входит в стали, где легирующих элементов до 5%. Мартенситные до 13%.
А здесь аустенитные. Значит, 18 плюс 9 сколько будет? До 30% это аустенитные. 18 плюс 9. 27%, да? Значит, это какой класс будет стали? Быстрее отвечайте, у меня время идет. Какой класс будет? Аустенитные. Это ясно? Господа. Теперь да. Значит, 18 плюс 9 это будет... Значит, смотрите, запомните. Лидирующие элементы, цифры берут целыми числами в процентах. Понятно, да? Понятно или нет? Да, да. Понятно, да? Ну, например, 12H18N12T. Как будет химический состав? Вот кто сейчас сказал «да»? Быстренько. И перейдем к следующей. Ноль 12% углерода, да? 18% хрома, значит, 12% никеля и 1% титана. Если нет цифры, значит, легировано до 1%. Берем 1%. Значит, 18 плюс 12, сколько это будет? 30, 31%. Более 30% лидирующих элементов. Господа, вы это для себя уясните, потому что это очень надо будет во втором рейтинге и в заключительном на экзамене. Это основные вообще вопросы на экзамене, господа. Химический состав стали вы обязательно должны знать. Так, вы себе, пожалуйста, выписывайте марки стали легированных. И тут же пишите химический состав, обязательно. Вот если мы были в институте, я бы вас каждый день муштровала. Значит, обязательно марка и химический состав. Обязательно химическую марку. Значит, детали, работающие при температурах 700-900 градусов, изготавливают из сплав на основе никеля и кобальта, например, турбины реактивных двигателей. Значит, вот про жаропрочные, жаростойкие стали. Дальше у нас идет тоже очень интересная тема – коррозионно-стойкие стали. Коррозионные стойки стали. Так, что называется коррозией, мои дорогие? Что называется коррозией? Ну, это уже из химии, из окружающей среды, из обычной нашей жизни. Что такое коррозия? Разъедание металла. Как правильно. Бы. Под воздействием окружающей среды, да, надо дополнить? Значит, разрушение металла под действием окружающей среды. Ну, различают различные виды коррозии, вы это знаете. Есть химическая коррозия, которая протекает при воздействии на металлы газов, называется газовая коррозия. Есть, значит, под действием неэлектролитов. Ну, неэлектролитов – это нефть и ее производная. Электрохимическая коррозия, которая вызывается действием кислот, щелочей и солей. К электрохимической коррозии также относятся какой вид коррозии? Атмосферная и какая еще почвенная есть коррозия? Вот это все виды коррозии. Значит, опять же, детали стали устойчивые к электрохимической коррозии здесь рассмотрим. А вообще повышение устойчивости стали к коррозии достигается введением в сталь элементов, образующих на поверхности защитные пленки – прочно связаны с основом металлов и предупреждающий контакт между сталью и окружающей средой. Вот, например, коррозионно-стойкие стали устойчивы к электрохимической коррозии. Электрохимическая коррозия, еще раз повторяю, которая вызывается действием кислот, солей и щелочей. Ну, к коррозионным стойким сталям относятся стали мартенситного класса. До этого я вам
напомнила, еще раз напомню сейчас, что мартенситного класса – это стали, которые содержат до 13% легирующих элементов. Вот перед вами сталь 12H13, 20H13. Эти стали применяют для изготовления деталей с повышенной пластичностью, которые подвергаются ударным нагрузкам. Клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода, а также детали, использующие или вызывающие действие слабоагрессивных средств. Ну, это водные растворы кислот, атмосферные осадки. Вот интересные стали 30Х13 и 40Х13. Ну, это, наверное, химический состав, вы мне можете сказать, 13Х13. Господа, студенты. Аустенидовый? Нет, мартенситного класса, это я уже сказала. Просто химический состав, скажите, 30Х13. Значит, первую цифру делим на 100, это содержание углерода, да? Сколько будет? 30 на 100. 130? 0,3. Разделить 0,3% углерода и 13% хрома, да? Следующие 0,4% углерода, 13% хрома, да? До 13% легирующих элементов – это мартенситный класс. А аустенитный до этого мы с вами рассмотрели. До 30% углерода. Простите, пожалуйста, извините. До 30% легирующих элементов. До 30% легирующих именно элементов. Так, дальше. Вот эти 30Х13, 40Х13 используются для получения карбюраторных игл, для пружин, а также хирургических инструментов. Какие стали хирургическим инструментам, какие относятся? Вот, например, из 40Х13. Какие хирургические инструменты вы знаете? Ну так, для общего развития. Шухрат, Амаль. Хирургические какие? Скальпель, да? Да, и да, да. Держатели различные, ножницы, да, которые используют во время операции. Вот как раз они получают из 40Х13. Из них получают хирургические инструменты. Это коррозионно-стойкие стали. Они должны быть коррозионно-стойкими. Ну, например, такие стали, как 15Х25Т. Или 15Х28. Смотрите, уже здесь содержание хрома до 25-28%. Они используются для бестермической обработки, для сварных деталей, работающих в агрессивных средах. Ну и при температурах эксплуатации ниже минус 27 градусов. Ну, самая окислительная кислота какая? Самая сильная кислота из химии. Какие кислоты вы знаете? У вас с химией туго, поэтому очень трудно понимать материаловедение. Серная, может. Какая кислота? Серная. Азотная. Есть такая кислота азотная, да? Да, да, есть. Азотная кислота. Если она попадает на кожу, что с ней бывает? Разъедает, да? Да, ожог материал, будет. Ожог получите. Вот как раз, чтобы получить вот эту кислоту, значит, сама среда должна быть какой? Высококоррозионной, да? Сама да. Среда должна быть, в которой получает азотную кислоту. На заводах получает азотную кислоту. Она должна быть сильно коррозионной. И вот эти котлы, в которых варят азотную кислоту, получают из стали 12Х18Н10Т. То есть здесь какое содержание? Смотрите, 0,12% углерода, 18% хрома, 10% никеля и 1% титана. Вот она как раз работает в сильно окислительных следах в производстве азотной кислоты, господа. Значит, здесь высокое содержание никеля и хрома. Коррозионно-стойкие сплавы, но это 0,4
HN40MDT-TU, а это предназначено для работы в среде серной кислоты. Здесь, значит, 0,04% углерода, 1% хрома, 40% никеля, обратите внимание, 1% молибдена, 1% меди, 1% титана, и Ю – это 1% Ю-алюминия. Для изготовления сварной аппаратуры, работающей в соляно-кислых средах, применяют N70MF. Смотрите, здесь все равно есть 0,1% углерода, хоть не написано, значит, 70% никеля, 1 молибден, 1 ванадий. А теперь мы посмотрим прекрасный, интересный фильм, посвященный коррозионно-стойким сталям. Пожалуйста, внимание. Спасибо. Нержавеющая сталь – это легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. Легирование стали означает изменение ее физико-химических свойств путем добавления к сплаву определенных элементов, таких как хром, углерод, кремний, марганец, сера, фосфор и элементы, придающие сплаву необходимые прочностные и антикоррозийные характеристики – никель, марганец, титан и молибден. Легирование позволяет улучшить технологические свойства стали, повысить ударную вязкость и предел текучести, снизить порог холодноломкости и скорость закалки, уменьшить деформируемость изделий и уменьшить склонность к образованию трещин. Все легированные стали можно разделить на 4 группы: нержавеющие, кислотостойкие, жаропрочные, окаленостойкие. Сопротивление нержавеющей стали к коррозии напрямую зависит от содержания хрома. При его содержании в 13% и выше сплавы являются нержавеющими в обычных условиях и слабоагрессивных средах. Более 17% – коррозийно-стойкими в более агрессивных окислительных и других средах, в частности, в азотной кислоте крепостью до 50%. К числу неоспоримых достоинств нержавеющих легированных сталей можно отнести их прочность, отличное сопротивление коррозии, простоту обработки, эстетичный внешний вид и экологическую безопасность. Огромное количество марок нержавеющих сталей с различными качествами нашли применение в электроэнергетике, пищевой и химической промышленности, транспорта, машиностроения и домашнем хозяйстве. Кроме того, нержавеющая сталь является идеальным материалом в строительстве. Она прекрасно сочетается с отделочными строительными материалами, выглядит блестяще и современно. В настоящее время применяются три основных маркировки: российская маркировка по ГОСТ, американская и европейская. Принцип российской маркировки рассмотрим на примере нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Первые две цифры 12 обозначают среднее содержание углерода в десятых долях процента, в данном случае 0,12%. Если впереди нет никаких цифр, то значит, что данная марка стали содержит 1 или более процентов углерода. Далее идет буква, соответствующая тому или иному химическому элементу. Так, например, азот обозначается буквой А. Цифры, следующие за этой буквой, обозначают среднее содержание этого элемента в процентах. В нашем случае Х18 значит, что данная сталь содержит 18% хрома. Отсутствие за буквой цифры означает содержание элементов стали в количестве от 1 до 1,5%. Следующие далее N10 в нашем случае говорят о 10% содержании никеля. Ну и последняя буква.
ВТ без цифр показывает наличие в нержавеющей стали данной марки 1.5% титана. Рассмотрим основные маркировки нержавеющей стали и область применения этих сталей. Эти марки высокохромистой стали устойчивы к слабым кислотам. Данные хромоникелевые стали способны выдерживать концентрированные кислоты типа азотной и серной. Эти марки для изготовления деталей из нержавейки, которые подвергаются ударным нагрузкам и требуют повышенной пластичности. Эти марки для производства хирургического инструмента или клапанных пластин компрессоров. Высокотехнологическая нержавейка данной марки подходит для деталей авиационной и химической промышленности. Эта нержавеющая сталь хорошо выдерживает воздействие серной кислоты. А эти выдерживают воздействие уксусной кислоты и солевых растворов. На этом мы заканчиваем свою лекцию. Значит, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Готовьтесь хорошо. Если какие-то вы сейчас не успели задать, значит, пишите мне, пожалуйста, в личку. Я отвечу с удовольствием. Кто не сдавал лабораторные, практические, промежуточный рейтинг, пожалуйста, сдавайте вовремя. Осталось очень мало времени. До 27 числа, вот как раз остался месяц. Мы с вами должны успеть, господа. Есть вопросы мои золотые? Я слушаю вас. Вопросов нет. Так, понятно все, нормально? Вопросов нет. Лекция? Понятно. Понравилось вам? Да, да. Ой, мои дорогие, спасибо вам большое. Будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Если что-то непонятно по практическим, лабораторным, хорошо? Или вопросы обязательно. Личного рейтинга? Я с удовольствием помогу вам. Только чтобы были хорошие оценки. Мои золотые студенты. Я вот вижу, кто здесь у меня. Валиев, Шерзат Ходжа, Шухрат. Спасибо вам большое. Хурам Бек, как всегда. Бекзот Шатмурадов, пожалуйста, Нурматов, Руслан, мой активный студент, Хумаедин, Шухрат Абдушукуров, Диор Мадаминов. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам тоже. Все лекции. Спасибо. Ой, не болейте, хорошо? Спасибо. Ну, счастливо вам. Всего доброго, спасибо.